трогательное воскресное утро в республиканской больнице имени Тимофея Машняги. 9 музыкантов Moldova National Youth Orchestra устроили концерт во дворе медучреждения. Они играли не только для тех, кто болеет COVID-19, но и для героев в белых халатах, которые прилагают все усилия, чтобы защитить пациентов. Концерт стал частью музыкальной экспедиции «Лала Плей». В ближайшие 8 дней исполнители сыграют в 10 районных больницах страны. Они посетят в том числе и Сороки, Флорешты, Бельцы, Унгены и Кагул. Сегодня у нас был особенный концерт. Мы играли для людей с COVID-19. Это было очень волнующе и интересно для всех нас. Такого у меня еще не было в жизни, и могу сказать, что мне очень понравилось. Это наш первый опыт, и мы хотели подарить надежду всем, кто находится здесь, приободрить тех, кто немного расстроен, тех, кому немного не повезло. Солистка оркестра Феличия Дунав также говорит, что аудитория оказалась особенной. Разумеется, я всегда рада внимательной публике, но люди, которые находятся здесь, хотят позитивных эмоций, и мы попытались создать для них эту атмосферу с помощью музыки, чтобы напомнить им, что мы не забыли о них, что мы рядом с пациентами и врачами. Мы играли и для врачей, на которых фактически держится вся медицинская система в период COVID-19. Мы очень рады, что у нас есть возможность посетить пусть и не все больницы, но по крайней мере 10 медицинских учреждений, сыграть хорошую музыку и подарить положительные эмоции. Инициатива музыкантов приятно удивила представителей больницы. Эта музыка обязательно согреет души и врачей, и пациентов. Несмотря на то, что больные сейчас практически прикованы к кроватям, надеемся, мелодии дадут надежду, потому что им сейчас это нужно больше всего. Музыкальный тур продлится до 31 августа.